Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. На зов пожарных сирен мы приехали сюда, во двор бывшего военного городка. Сейчас здесь находится пожарная, а также служба спасения. Особого задымления нет, и нам интересно, в чем дело. Говорят, что задымление, пока еще не можем попасть к квартиру. Как попадем, так скажем. Как оказалось, причина была банальной. В квартире подгорело молоко. Вроде бы и мелочь, но даже на такую мелочь реакция была незамедлительной. Когда-то давным-давно в микрорайоне Кирпичный по улице Боровой была огромная свалка. Сейчас ее нет. Но вот в чем дело. Мусор стал появляться с другой стороны. Просто вот они на машинах везут, выбросят, так, кулечки вон все понакидают. Если пройтись по округе, то подобных мест можно найти штук 20, а может даже и больше. И мелочь эта, конечно же, в первую очередь губит окружающую среду. Спортивная коробка, которая находится по улице Красной, неоднократно появлялась в выпусках нашей рубрики. Состояние ее, мягко говоря, запущенное, а на днях здесь начал разваливаться забор. Здесь нельзя играть в футбол, потому что здесь все сломано, и ворота надо другие, новые. А то неудобно играть, она, когда мячик играешь, вылетает из ворот. То, что мяч пролетает сквозь ворота, полбеды. Они не закреплены. И ведь в России уже были случаи, когда от подобной мелочи погибали дети. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «Юсток». Неповторимые итальянские наряды для выпускного бала. Сверлова, 104.